Традиционно каждую третью среду месяца глава Ленинского района проводит у себя в кабинете прием населения. Но помимо этого, по распоряжению губернатора Московской области, главы всех муниципальных образований обязаны дополнительно принимать жителей, дабы повысить степень решения наболевших проблем граждан. В связи с этим 14 августа Сергей Кошман встретился с видновчанами. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заботится о том, чтобы разные слои населения могли посещать глав муниципальных образований, исполнительных органов власти и других работников администрации для решения своих вопросов. Большая часть просьб, с которыми обращаются люди, социально значимые. В Подмосковье живет много неравнодушных граждан, которые заботятся не только о себе, но и о благе вокруг. Одним из них является Евгения Караева, жительница города Видное. На прием к Сергею Кошману она пришла с проблемой о нарушении земельного законодательства и экологии. На протяжении долгих лет территория общего пользования СНТ «Ветеран» завалена строительным мусором и другими отходами. От этого даже затрудняется подход к реке, единственному источнику водоснабжения. Начиная с 2006 года, ВОЗ и ныне там. Ну, поскольку вопрос остался актуальным, так мне показалось, я решила еще разок попытать счастье. И решение Евгении Караевой было верным. Глава внимательно выслушал пенсионерку и дал соответствующие распоряжения. Экологам и специалистам по земельным вопросам выехать на место, разобраться в ситуации прямо там, принять соответствующие меры, выработать решение, как можно это сделать, и оказать всемерное содействие. Далее вот Евгении Александровне в решении этого вопроса. С поддержкой администрации, я думаю, она справится с теми задачами, которые себе поставил. За что мы благодарны таким людям, которые уже не молоды, но еще молоды душой и готовы поработать на благо района. Этот прием был посвящен вопросам пожилых людей. Но если ваша проблема на протяжении долгого времени не в силах решиться работниками администрации, то у каждого жителя Ленинского района есть возможность попасть на прием к главе. Юлия Погосян, Евгений Петров, Евгений Садовский. Видное ТВ.